Здравствуйте. Мастер. Имя? Юлиана. Юлиана. Вот такие тут интересные деревянные штуки для детей, для деца. Вот рождественские олени, елка. И тут вот именно игры. Обучение цифрам, обучение счету. Так были у нас кубики, а это квадратики. Со всякими там изображениями выжгли на дереве. Расскажите, что вот это? Образовательные игры. Да, образовательные игры. Задали 5-годичный возраст. До 5 лет, да. Memory games. Это для памяти. Да, это для памяти. Азбука магнитная. А вот магнитная азбука, вот такая, ой, поле, да. Здесь мятами. А это вот тоже циферки. 4, 9 минус 3, 6. Ой, тоже, да, для счета. Интересно. Материал. Все материалы экологические, все на дереве. Просто дявошчи буквы. А, тактильно, тактильно. Да. Ага. За финнота моторика. Да. За мелкое, для мелкой моторики. Что-то с различной формы. Они шершавые, и ребенок, когда пальчиком водит, он как бы запоминает, что это за буковки. Просто дявошчи буквы. А тут буквы, палочка деревянная, там углубление. Там не просто выжженное. И ребенок учится писать таким образом. Да. Водит палочкой в этом в желобках. Вот цифры, этих вот. Что? Цифры, буковки. Вот так вот интересно и полезно. Приходите, побалуйте своих детей. И вот игрушки деревянные на елочку для украшений. Вот. Благодаря, Юлиана. Тут тоже все экологический эко-стиль. Все украшения, подсвечники, вот, всякие сувениры. Вот елочки, которые вот елочки можно, они из сеточки, их можно украсить, на них повесить игрушки. Очень интересное решение, кстати. И елочку не надо рубить, олени. Всякие какие-то такие икебаночки новогодние интересные, рождественские. Цветя. А это вот рисунки, такие интересные. Я думаю, в детскую комнату они очень такие веселенькие, приятные цвета. Мастер? А, мастер, я там. А, ты там, да. Я помню, с девушкой я знакомилась. Тут молодая девушка. Вот она такие вот делает приятные постеры. И они добавляют такое праздничное настроение. Олени, белые медведи. С пожеланиями. Вот так здорово. В детскую комнату был просто прелесть. Все куда-то мастера разбежали. Наверное, обедать пошли. А тут детские заколочки для принцесс. И вот там принцессы с локонами. Такие игрушечки. Вот такие куколки. Это они на палочке, да? Это типа ручка поставится. Это ручка. Да, это удобно. Ой, какая красота. Все, и ручку нашел сразу. Ручка не потеряется. Сразу видно, где ручка. Очень интересная такая находка. Здорово. Открытки ручной работы. Новогодние. Столько вот красоты, тоже сколько труда, сердца вложено. Красиво как. Это для фотографии. Это альбомы для фотографий. Вот они на кольцах, такие вот уголки металлические, качественные, такие вот фотоальбомы. И это фотоальбом вот такой интересный. Для новорожденных, детские, да. А вот это открытка, да? Карточки. Это называется техника скраббукинг. Да. А подарки просто прелесть. И красиво, и запоминающееся, и неповторимо. Оригинальные. Дела. Очень приятно. Пожалуйста. Это есть визитная карточка.
Да, благодаря. Визитная карточка Дилы. Диляна. Вот такая, такой мастер у нас. Благодаря. А тут принцессный рай. Всякие украшения, ободки, повязочки. Повязочки для принцесс, для девочек. Вот и шапочки тоже для девочек. Ну и для мальчиков тоже там есть. Вязаные шапочки. Тоже вот велюровая. Это пряжа для детей. Вон и шарфики там. Так. Вот еще тут интересные вязаные игрушки. Прям такая мелкая-мелкая вязка. Очень аккуратная. Очень-очень миленькая-миленькая. Кропотливая работа. Вот тут я вижу сумка. Две сумки. Вот такие пазлы. И ребенок может их собирать и может разукрашивать. Вот такое. А вот есть вырезанное имя Георгий. А вот такие же пазлы, они уже разукрашенные. То есть для деток. А вот коробка для бутылки. Такая вот интересная, рождественская. Ой, такие кошечки. Ой, ребенку спать с такой кошечкой просто, просто прелесть. Да. Мягенькая такая. Нежные такие две кошечки. Тут украшения. Колядни. Украшения. Звездочки. Вот ободочки рождественские. А вот елочные игрушки в этой стиле. Так, благодаря.